поликлинике номер 1 Московского областного центра охраны материнства и детства можно пройти вакцинацию от папилломы. Это опасный вирус, который может привести к онкологическим заболеваниям. С какого возраста рекомендовано делать прививку и почему это важно, нашей съемочной группе объяснили врачи. Она безопасна считается? Безопасна, да. 100% эффективность. Сергей Лысенко – отец троих детей. Здоровье каждого ребенка для него на первом месте. Старший сын и дочь уже привиты от вируса папилломы. А когда пришла очередь младшей, вышла новая вакцина. Поэтому перед тем, как делать защитный укол, глава семейства подробно узнал у врача об этом препарате. Знакомые привились уже, вот, ну, соседи привились. И мы в семье обсудили, вот, и решили, что, наверное, ну, спросить хотя бы у доктора, что это такое и нужно ли это нашему ребенку, полезно ли это. Почему? Потому что, ну, как бы беспокоит здоровье, будущее здоровье ребенка. Убедившись, что вакцина безопасна, заботливый отец подписал согласие. Его 10-летней дочери сделали укол. Препарат Гардасил защищает от инфицирования самыми опасными типами вируса папилломы. Вирус папилломы человека, он вызывает онкологические заболевания. Рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, рак полового члена, анального отверстия. Чтобы предотвратить данные онкологические заболевания, предусмотрена профилактическая вакцинация. Вакцина Гардасил показана девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 26 лет и мальчикам от 9 до 17 лет. Она предназначена только для профилактики и наиболее эффективна до начала половой жизни. Направление на прививку выдает врач-педиатр. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.